Друзья, всем привет, с вами Гемелькар Барка, это у нас Рим 2, играем за Армению, 13-й, по-моему, выпуск у нас получается, да, по-прежнему в режиме просто записи, выкладываю ролики. Всем желаю приятного просмотра, надеюсь на вашу поддержку, так что не ленитесь, перед началом прям просмотра обязательно лайк, и если смотрите без подписки, то обязательно подписывайтесь на канал, колокольчик, чтобы не пропускать свежие ролики и успевать на стримы, когда я их начну проводить. В общем, все прекрасно знаете, все прекрасно понимаете, всем приятного просмотра, поехали. Мы тут должны заняться чем? Захватили просто несколько новых городов, две провинции, взяли под контроль относительно недавно. Это, собственно говоря, Кармания и Гидрозия. Их нужно прокачивать немножечко. Так, Чапаханех. Налоговая ставка. Ну, мне кажется, царская дорога, она покруче выглядит, так что давайте именно это строить. Пшеничные поля они называются, да, как загородное поместье. В общем, фигню, которую дает хавчик, строим. Здесь то же самое. Здесь Бадгир, это у нас уже город, провинция, вернее, Карман. Только что был город Бам, сейчас город Гидрозия. Башню молчания я построю, наверное, и библиотеку. Такие дела. Так, это у нас армия отправляется в Харакс, и оттуда она будет контролировать все ближайшие земли. Плюс небольшой стек у нас стоит в Персиде. Он будет контролировать то, что, говоря, будет восточнее. Так что давайте, наверное, ее из Персиды перебросим в Бам. Также у нас небольшая армия стоит в Кяте на всякий случай. И готовимся мы к войне. К очень серьезной войне. С фракцией, которая называется Пергам. За провинцию Пунта-Каспийская степь будет война. И я надеюсь, что смогу оторвать еще и Синопу у них. То есть, по моим подсчетам, я должен забрать у них оптимально 4 города. Сколько там получится забрать на самом деле, мы с вами поглядим через, думаю, 3-4 ходика. Прошу прощения, надо было отойти, ребят. Ладно, все. Теперь я на месте, и мы продолжаем играть. Перевооружаем наши войска в провинции Босфор. Да. Были такие разрозненные войска, там кое-где восточные копейщики, кое-где наемные горцы. В общем, разнообразные войска были, не совсем подходящие под наши текущие задачи, и я их сейчас буду переформатировать немножечко. Я думал, под шумок можно попробовать и у Понта забрать город другой.
Инсуну, династия Ирвандидов, ребенок умер. Ну, Сурена. Персонаж приобретает дурную славу. Два хода, блин, парни, два хода осталось ждать. Пергамская армия прям встала на ускоренный марш, она так и просится, чтобы я ее разбил. Так. Кузнец делает ритоны непревзойденной красоты, его мастерством восхищаются повсюду, и только богатые и влиятельные люди могут позволить приобрести себе его изделия. Давайте купим что-нибудь. Пиздец, сколько народу надо женить. Прям пиздец. Что там по расколу? И процент пойдет. Пойдет терпимо. Пробежимся по-быстрому, посмотрим, что можно где строить. Угу. Сарай еще. Бум-бум-бум. Давайте, наверное, центр города и библиотеку построим. Прокачу, восстановить, ага, в основном постройки, дающие еду. Тысяч заход и на руках 200 тысяч денег, просто чудовищные деньги. Для по всему с Римом тоже придется воевать, потому что Рим уже углубляется в провинцию Панония. Если мы захватываем пункт Каспийскую степь, меня от Рима будет отделять два города. Еще и общественный порядок не совсем хороший. В провинции Босфор. С этим тоже надо будет что-то делать. This discord is far from pleasing.
Да, Райя Вауш, Волхв откинулся, но он свою задачу выполнил. Ситуацию нормализовал в провинции. Блядь, еще один ход ждать, пока будут готовы конюшни, мы сможем нанять то, что хотим нанять. Ладно, давайте тогда в городе, пока пускай потусуется эта армия, чтобы общественный порядок хотя бы более активно нормализовывался. Торговую гавань давайте третьего левела поставим здесь. Значится так. Блять. Забыл, надо было идти через Армению, чтобы взять там топора. Ну ладно. Если топора не можем взять, возьмем хашку. Бронированную. Теперь весь вопрос в том, может, если начнется война, взять себе еще и Хатру, полностью провинцию Месопотамии взять под контроль. Да я думаю, в принципе, и Дура Европу можно будет взять. Войска располагают к этому. Есть мощные стеки, которые давно стоят без дела. Этими войсками ударим по Дура Европа. Этими по Хатре. Да, получается раз, два. Раз, два. Три, четыре, пять. Шесть городов. Но я пока не решил, либо Амасию, либо Синопу, но скорее всего Синопу надо будет брать. Хотя нет, так получается Амасию. Получается Амасию. Блин, ну бандитские войска, конечно, тут тусуют с таким огромным количеством, что мне аж даже немножко не по себе становится. Да я начинаю понимать, какой колоссальный пиздец мы с вами собираемся сделать. Блин, не хотелось бы обосраться. Вот совсем. Какие-то рокировки непонятные происходят здесь у пергамитов, туда-сюда войска двигают. Астроном, дочь знатного человека обратилась к вам с мольбой. Ее отец крайне целевой человек собирается отправить ее к одному из своих родственников в качестве наложницы. Она же смиренно просит вас назначить ее одним из астро номов. По слухам, она прекрасно знает математику, а учителя гордятся ей.
Должны ли мы вмешаться в это дело? Да, давайте вмешаемся. Так, хорошо. Теперь пойдем в экономику. Или в строительство, дайте в строительство. Города можно было наконец к третьему левелу строить. То, сука, сколько можно. Так, конюшни готовы, поэтому я нанимаю необходимые войска. Но тут возникает проблема с Ольвией. Блять, и с пехотой проблемы. А, ну через ход я смогу. А что я через ход смогу? Блять, обычных топоров, ну ладно. И на том спасибо, как говорится. Все, я подхожу к Танаису. К Танаису мы подошли вплотную. Здесь подходим к Хатре. Здесь к Дура Европа. Блять, даже не могу представить, что у него тут за войска в Амасии. То есть два этих города я точно забираю. Дура Европа и Хатра. Они тупо пустые. Скорее всего я забираю еще и Танаис. Три города получается. Вот с Салохой и Ольвией большие проблемы будут. Я уверен, потому что гарнизон Солохи... А, нет, Солохи небольшой гарнизон. Самохи гарнизон не самый большой. Ладно, ждем. Но был вообще не вариант взять, потому что там 4 стейка понтийских стоит. Даже не знаю, как я буду это все обходить. Но, судя по всему, мы и Салоху сможем взять. И Салоху, я думаю, мы возьмем. Вот, это 100% 4 города мы берем. Да, даже Ольвию возьмем, я думаю. Ready for battle. On the move, my lord. Армия бичев своего массе. Ждем еще один ход. Потом делаем то, что должны.
Сейчас будет самый важный ход, ребят. Решающий. Опа, риск раскола 39%. Завоюем гомоверность пацанов, чтобы они не выебывались. Ладно, потом займемся этим вопросом. Что тут за хрень-то? Подождите, еще благородно принести жену, это нужно отпраздновать. Ну поехали, поехали, все. Если решили дело, делаем. Подождите. Надо разорвать договора. I fear this ending will... As you wish, I... Your merchant... Танаис взяли. Салоху взяли. Ольвию взяли. Так, теперь здесь. Контру взяли. Дура, Европу взяли. И Амасию, я думаю, возьмем. Великолепно, 6 городов за один ход. Теперь надо попробовать заключить мирный договор, чтобы это все переварить. Так, эти пока отказываются, но в принципе 44 тысячи я им предложил. Ну, все, Пергам согласился, великолепно. Надо еще и с Понтом попробовать. Замириться. Greetings. Well, do not stand there mute as though with the tongue cut from your head. Speak. Peace. Peace. You prance in here like some gold-draped floozy to ask for peace.
Да ладно тебе, неужели он не согласится вообще? Ни за какие бабки замириться. Будет печально. У меня план был, что они типа... По-любому пойдут на это. А они прям не хотят. Тяжелая ситуация. Блять, надо думать. Вернее, даже не то, что надо думать. Надо просто перебрасывать войска. Перебрасывать войска домой. Проблемы могут быть в районе Тира. Серьезные. Ну и все. В принципе, могут попробовать атаковать нас в Амасии. Бой стали ко мне великолепно носиться, потому что я ударил спину по Пергаму. Войска надо прокачать немножко. Прибыль резко сократилась, потому что торговые договора с Понтом и с Пергамом были разорваны. Благо у нас есть подушка безопасности в размере 200 000. Войска я тут распускаю. Или наоборот нанимаем.
Наемники плюс городской гарнизон с этой армией должны справляться, я думаю, легко. Пока войска я не могу двигать. Только что захватили города, поэтому они стоят там. А через ход начал перебрасывать туда войска в Малую Азию. Теряем армию здесь, конечно, двумя стыками нападают на нас понтийцы. Шансов маловато. Высокая вероятность раскола, блядька. Greetings. Do not waste time on ill-chosen words, although an hour or two bathing would have been useful. Peace? Не хочет. Ну ладно. Ладно. A Persian peasant's putrid piss pot. For honor and great glory. Ready for battle. At once. Берем стратега и к Антиохии движемся. Наймем здесь топоров артиллерийских. Побольше, да? Отряды горцев. Распустим, возьмем лукарей наших. Так, эту армию на ускоренном марше движем в тир. Так, отсюда. На ускоренном марше в Одессу надо идти. Из дура Европы на ускоренном марше надо идти в сторону тоже Антиохии. Будет колоссальная заруба за Тарсус. А отсюда, я думаю, мы ударим в Амасату. Остается проблема то, что у меня Армения не прикрытая. Это плохо. Так, эти два стека обязательно надо переправить домой. Ну, из Танаиса в Фасис. За два хода на ускоренном марше войска прибудут. Из Солохии, допустим, в Фасис за три хода они прибудут. И из Фасиса можно будет по берегу Черного моря воевать. Трапезунд мы потеряем, то что потеряем Арсамасату, вероятность очень низкая. Надеюсь, что этого не случится. Ну, войска я стягиваю.
Войска стягиваются к границам с понтом. Я думаю, понту будет скоро очень обидно, что он не согласился на мирный договор, который я ему предлагал. Эту армию тоже надо перевооружать. Не прям сейчас, но очень скоро. Такие дела. Ладно, ребят, всем большое спасибо, что пришли. С вами был Гамилькар Барков. Все самое интересное еще впереди. Не забываем подписываться на канал, ставьте лайки. Ссылочки на мои социальные сети находятся в описании к ролику. Лайк, подписка, колокольчик. Ссылочка на Donational Alerts тоже в описании к ролику. Делитесь этим видео в социальных сетях. Скоро увидимся. Это Армения. Всем пока.